Здравствуйте, друзья. Приехал я на водоем Золотой берег. Вот. В 20-м секторе. Попал в 20-й сектор. Как бы так. Сейчас буду раскладываться. Ну и дальше. Будем рыбку ловить. Давайте. Итак, друзья, хочу показать вам монтажики. Ну, начал ловлю. Вот. Пелец по папчикам. Пелец 14 мм, по папчик 14. Бойл 18. Одеваю, потом я сюда, короче, подсаживаю стики и закидываю. Стики, конфетки, в общем-то так. Сейчас вам покажу, как все это делаю. Я хочу сейчас, наверное, поставлю, короче, все четыре монтажа одинаковых, одену скользяки все. Скользящие монтажи. Вот. Он будет более эффективнее, потому что если оснастка упадет в ил, она вот за счет того, что вот так вот может ходить, карп найдет вашу насадку. Поводок по плетке. Вот эти без оплетки. Ну, кому что нравится. Так. Оденем его сюда, наверное. Да, наверное, мы оденем сюда 24-й крекин. И отправим его. 24. Оба. Я промаркерил. Ну и отклипсовался. Вот. В общем-то, до противоположного берега. До противоположного берега 145 примерно. Потому что я сейчас кинул. Ну, закинул свою оснастку, положил в метрах 5. Я клипсовался, поставил на клипсу на 140 метров. Ну вот, ударило в клипсу, получается. Метров 5 примерно осталось до камыша. Попробуем. Будем сегодня все пробовать. Так, ну вот берем. Это пылик 24. А, ну кстати, я же еще не сказал. Я приехал на трехсуточную сессию. Так что трое суток у нас в распоряжении. Можно сказать, осталось 2,5. Сегодня будет много чего интересного. Будем жарить шашлычок еще. Очень-очень вкусный, аппетитный. Ну и вот, друзья. Одеваем. Ничего сложного. Крючок 4 номера.
Отдельный. Так, стопорочки. Где у меня стопорочки? Стопорок. Подумайте, это не бутылки с пивом, это газовые баллончики. Вы сейчас подумайте. Злоупотребляю. Вот они, стопорки. Я не заметил. Здесь у меня еще лежит стопорок один. Вот он вот. Сейчас одеваем его. В общем-то, вот так вот. Ничего сложного. Замешаем под корм.
конопля с перцем чили.
аппетитные кусочки шашлычка. Шея. Вкуснятина, короче, будет сейчас. Итак, друзья, всем привет. Третьи сутки пошли. Я уже, короче, вторые сутки вообще видео не снимал никакое. Вот. Ну, нерест у рыбы. Я думал, уже с нулем останусь. Хотя два пика было. Ну, точнее, один раз пик был, я не успел подбежать. Короче, рыба сошла. Второй раз еще один был, короче, одна поклевка. Я подбежал подсекать и, короче, сошла у меня. Вот. Но я чуть-чуть тактику поменял на последние сутки. Точнее, на ночь, последний на вечер. Вот этот. Короче, там поставил на два удилища два крекена 24-х пылика с подсадкой. Ну, короче, вот таких попапчиков. Видно, нет. Вот. На две палочки. И на две поставил две варенки крекена 20-х диаметра. Три удилища я поставил, ну, закинул под тот берег. Там где-то 150 метров под тот берег. Я кинул где-то под 145 метров, 5 от камыша, короче, три удилища. А одно удилище отнес, поставил, ну, короче, от берега метров 10. Чуть в сторону, там куст такой, дерево растет. И от куста буквально там, ну, метров 5, 6, может, 7 от куста до этого. Вот, возле берега. Ну, закормил совком, короче. Совка, точнее, туда-сюда. Вот. И это дало результаты. В пол второго ночи у меня произошла поклевка. Я побил рекорд сектора. Здесь рекорд сектора 13 с чем-то. Завтра будет моя фамилия вписана здесь. Побил рекорд сектора. Ну, завтра, точнее, взвесим. Я примерно сейчас взвесил. Потому что мне сейчас... руки, короче, аж трясутся. Я не могу, у меня нет слов, у меня одни эмоции вообще. Такая поклевка резкая. Паровоз просто дикий был. Карп, короче, от берега пошел в сторону удилищ моих. И, короче, собрал все мои удилища. Развернул ротпот. Короче, я с ним сейчас поборолся. Тяжело было. Я его сейчас в мешок положил. Вот. Сейчас на расцветет. Позвоню администратору водоема, чтобы зафиксировать. Утром пофоткаем все, на видео заснимем, я вам покажу, друзья. В общем-то так. Бомба. Не могу. Эмоции переполняют просто. Так что моя тактика сработала, друзья. Давайте все, дождемся рассвета, короче. И я вам все остальное покажу. Давайте до рассвета. Сейчас 2 часа ночи. Через часа 4 расцветет. Вот, в общем-то. Доброе утро, друзья. Наконец-то расцвело. Вот так вот у нас там все по феншую. Это плещется наш карпик ночной, карпуша. Чё, сейчас попью, короче, кофеёк. Вот. И будем звонить в администрацию. Говорит, взвешивать. Сейчас. Скоро, короче, вам покажу. Ребят. Утро дождался. Глаз не сомкнул после той поклевки, когда вытащил. Вообще адреналин такой поймал жесткий. Так что
ждите, скоро будет. Как его зовут? Очень что-то знакомый. Ну, есть такое подозрение, да. Это уже килограмм откинул? Нет. Ой-ой-ой. Отдохнувший. Да, он отдохнул на точке с ночи. Потом похудел за ночь. 16,36. За ночь похудел. 16,360. На мои весы взвесили 18 было. Что-то ускользнул. Нервничал ночью. Да. Ну, по виду чисто даже 16. Нет, просто за счет того, что завтра не бедная. Теперь как бы сфотографировать, чтобы аккуратненько. Будет возле рыбы, поливай. Это люцифер. Да я знаю, господи. Что? Переживали за люцифер. Переживали, рыба не ловилась. Да, она обычно первая в году 15 плюс ловит. 16,300, да? Да, 360. А, зовут Люцифер? На будущее вот эти крупные рыбы на животине могут лежать. Следи за тем, чтобы они вот так лежали, у них пузыри могут лопнуть от их веса. Понял? Ну и вот так тоже не отходи, особенно с таким матом крупным. Они вылетают без проблем. Снимаешь? Угу. Что, фотку делать? Не, пока видео. Вот, я тебя обнимаю. Блин, как его взять? Высоко не поднимай, если что, сразу клади и еще раз перехватывай. И ты сфотографируй. Нет, ты его положи и нормально сфоткаемся. Вот это вот не каркасская фотография. Не толстый. Крупный. 320 грамм убрал. 360. А был сколько? 16. Да, в прошлом году, да? О, ушел по-английски.
мне кажется, фамилия не вместится. Я бы тоже сижу, а как ее вместить? Пол с тобой аккуратный путь. С размахом. Отлично. Похоже? Да. Ну все, друзья. Сами все видели. Побил я рекорд сектора. Можно сказать, короче, я только начал. Как сказать? Открыл сезон. Я, конечно, на Каневском, еще раз повторюсь, уже был в этом году, в середине марта. Но там, короче, двое суток. Двухсуточная сессия. Остался с нулем, холодно было, вода ледяная просто. Сейчас, сегодня 3 мая, вот открыл сезон. Три поклевки, два схода, одну поймал. Вот. Теперь вот так. Короче, как говорится, застолбил себя. В 20-м секторе. Так что буду сейчас складываться. Точнее, складываться и домой. 7 мая снова еду сюда же на водоем. Но это я уже в 14-м секторе буду. Также трехсуточная сессия будет. Также ждите ролик на канале. Надеюсь, еще там мы побьем рекорд сектора. Ладно, ребята. Всем спасибо. Всем пока. До скорых встреч.